микрорайоне Подрезково в Химках почтили значимую для истории нашей страны дату – 22 июня. В день памяти и скорби мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны. У памятника воинам-кирилловцам собрались муниципальные депутаты, активные жители и юные химчане. Нет ни одной семьи, кого бы не коснулась та кровопролитная война и те события, которые унесли многие жизни наших соотечественников. Очень важно, безусловно, важно проводить такие мероприятия, чтобы передать подрастающему поколению все те памятные даты, которые мы проносим сквозь года, которые были переданы нам нашими предками. Во время митинга в рамках проекта «Герои Химок» вспомнили ветеранов Великой Отечественной Татьяну и Василия Сырятовых. Супруги долгое время жили в микрорайоне Подрезково. Ученикам 20-й школы рассказали о героях и почему сегодня так важно чтить их память. Во-первых, это самая кровопролитная война за всю историю человечества. Во-вторых, в то время, как называлась наша страна, не Российская Федерация, а Советский Союз, он совершил, подвиг того времени, освободив не только свою страну от немецко-фашистских захватчиков, а и половину всей Европы. Для школьников патриотизм не пустые слова. Те, кто пришел на митинг, с любовью и гордостью говорят о своей стране. Россия – это значит мое любимое место, где я родился, это моя родина. Россия мне обозначает то, что это моя родина, и где я живу, и это мой родной дом. В завершении митинга павших в Великой Отечественной войне почтили минуты молчания и возложили цветы. Дмитрий Бочаров, Елена Тараненко, новости Химки ТВ.